Давно у нас не было уроков по игре боем, и сегодня вам предлагаю забрать такой интересный и довольно-таки несложный бой на гитаре. Для начала определимся с аккордами, здесь ничего сложного, два музыкальных предложения. В первом музыкальном предложении я играл следующие четыре аккорда. Аккорд до мажор, я прижимаю пятую, четвертую и вторую. Аккорд ля минор, вторую оставляем на месте, а на втором ладу добавляем четвертую и третью. Аккорд фа мажор, барре на первом ладу, далее прижимаем третью струну, а на третьем ладу пятую и четвертую. И в конце этого предложения опять аккорд до мажор. Пятая струна у нас остается, добавляем четвертую и вторую. Второе музыкальное предложение. Мы повторяем все те же самые аккорды, но после аккорда F, который у нас барре, зажимаем еще один аккорд соль мажор. Шестая на третьем ладу, пятая на втором ладу, и мизинцем прижимаем первую на третьем ладу. После чего опять зажимаем аккорд до мажор. Теперь, как же играется сам бой? Первая часть этого ритма состоит из следующих элементов. Мы играем вместе пятую, третью, вторую и первую струны. Затем играем вместе только три первых струны. После чего удар по струнам. Нужно ударить так, чтобы ваши три пальца, указательный, средний, безымянный, втыкались в три первых струны, а большой палец на четвертую басовую струну. И почему именно на четвертую? Потому что дальше как раз именно четвертая струна у нас будет участвовать в одном из следующих элементов. Поэтому еще раз, пятая, три первых вместе, далее просто три первых струны, и потом удар по струнам. Старайтесь бить так, чтобы у вас глушились все звуки, и был такой щелчок. Это первая часть ритма. Теперь вторая часть. Мы остановились на четвертой и трех первых струнах. Дальше играем их вместе. Делаем удар средним и безымянным пальцами по корпусу гитары в этом месте. У меня здесь приклеен гальпиадер. Это такая пластинка, которая защищает корпус от повреждений, если вы бьете по нему. Если у вас такой штуки нету, то бейте подушечками пальцев и старайтесь бить не сильно. Еще раз. Четыре струны. Удар по корпусу, далее удар большим пальцем вверх, опять удар по струнам, после чего три первых струны. И еще раз вторая часть ритма. Четыре струны вместе, удар по корпусу, большой палец вверх, удар по струнам и просто три струны первых. Теперь весь ритм еще раз медленно. На аккорде ля минор мы играем также. Два раза. На аккорде F, когда прижимается еще и шестая струна, мы играем вместо пятой и четвертой в правой руке, шестую и пятую. То есть все то же самое, но теперь басы шестая, пятая, еще раз. Здесь тоже играем два раза, и потом опять аккорд до мажор. Здесь играем опять с пятой и с четвертой. В втором музыкальном предложении мы играем все то же самое. На аккорде F играем также с шестой и с пятой. И на аккорде G, соль мажор, шестая, пятая и мизинцем первая. Играем тоже с шестой и с пятой. Но здесь, во втором предложении, на аккорде F нужно сыграть один раз. На аккорде G сыграть тоже один раз. И дальше возвращаемся на аккорд до мажор, самый первый аккорд. Повторим весь ритм с аккордами еще раз.
Интересно, какой из элементов этого ритма для вас был самым сложным? Отписывайтесь в комментариях, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много видеоуроков.